Всем привет! Мне сейчас стали писать постоянно в комментариях или в личку с вопросами, что вот в Крыму типа обнаружили чуму африканских свиней и что у нас в магазинах исчезла из продажи полностью свинина. Ну вот специально сейчас, ну не специально, мы все равно заходили в магазин, покупали мясо, и я заснял вот этот мясной прилавочек. И вот магазин прямо возле дома. Так что давайте посмотрим, есть ли у нас свинины и сколько оно вообще стоит. Снимал я на телефон Redmi 2 на прошивку MIUI. Что я просто хотел еще сказать, что от прошивки очень сильно зависит качество, от которой снимает камера. У меня до этого стояла прошивочка CM11. И вот честно, обалденная прошивка, у меня роликов 6 или 7, наверное, снято на этот телефон, именно видеороликов на той прошивке. И вообще непонятно, такое впечатление, что снималось на хорошую видеокамеру. Поставил я CM12 последнюю, это уже на 5-м андроиде на Лолипопе. И такое барахло, я вам скажу, вот вчера отснял 2 ролика, и они все пошли в мусорку, потому что... Ну и качество видео никакое, но прежде всего звук. Звук был очень ужасным, плохим, поэтому не знаю. Даже, наверное, выкладывать не буду. А очень жаль, сюжеты были хорошие. Ну, давайте посмотрим, как снимает на официально. Я поставил официальную MIUI версию сейчас. У меня стоит самая последняя, какая-то там 7-я. Сейчас посмотрим. 7.1.1.0. Вот так будет видно. Ну и посмотрим. Ладно, смотрим. Смотрим на цены, есть ли у нас свинина в Крыму и что изменилось. Всем пока. До новых встреч. Продаешь. И говядина, и свинина, все продается. Что-то работает. Да. 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 Да